Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами рассмотрим применение теоремы Виета на различных примерах. И первый пример – это необходимо найти сумму корней квадратного уравнения x в квадрате плюс px минус 28 равное 0. Если известно, что первый корень – это x первое равное 7. Сначала смотрим, что уравнение у нас приведенное, то есть коэффициент а равняется 1. Значит, можно использовать теорему Виета. Записываем. Теорема Виета – это x1 плюс x2 равняется минус p. x1 умножить на x2 равняется q. У нас известен один из корней. x1 равное 7. Подставим его в уравнение. Получается 7 в квадрате плюс p умноженное на 7 минус 28 равно 0. 7 в квадрате это 49 плюс 7p минус 28 равно 0. Приводим подобное, получается 21 равняется минус 7p. p равно 21 разделить на минус 7 и p равняется минус 3. Мы нашли p. Нам необходимо найти сумму корней. Сумма корней – это минус p. Значит, нам для ответа нужно минус p. Минус p равняется 3. Это сумма корней. Сумма x1 плюс x2. Рассмотрим второй пример. Найти коэффициент b в уравнении 4x в квадрате плюс bx минус 15 равное 0, если известен корень уравнения равный 5. Нам необходимо найти коэффициент b, который неизвестен в данном уравнении. У нас известен корень, поэтому просто подставим наш корень в уравнение. Получается 4 умножить на 5 в квадрате плюс b умноженное на 5 минус 15 равно 0. Считаем 4 умножить на 25 плюс 5 на b минус 15 равно 0. 4 на 25 – 100. 100 минус 15 – это 85. Плюс 5b равно 0. 5b равно минус 85. И b равняется 17. Записываем ответ. b равно 17. Рассмотрим следующий пример. Найти произведение корней x в квадрате минус 5x плюс a равное 0, если известна разность корней равная 3. Что нам дано? Нам известно уравнение x в квадрате минус 5x плюс a равное 0. И известна разность корней. Ведь у нас есть x1, x2. Их разность, значит, мы их вычитаем, и она равна 3. Смотрим наше квадратное уравнение. Коэффициент а равняется 1, b равно минус 5, c равняется а. А равно 1, значит уравнение является приведенным. Используем теорему Виета. X1 плюс x2 равняется минус p. X1 умножить на x2 равняется q. Подставляем наше значение. X1 плюс x2 равняется минус p. То есть в нашем случае это будет минус b, и это будет 5. X1 умножить на x2 равняется c. То есть это a. Нам необходимо найти произведение. То есть x1 умноженное на x2. Это a. X1 минус x2 равняется 3. Также нам известно, что x1 плюс x2 равняется 5. x1 плюс x2 равно 5. Решим данную систему методом сложения. Получается 2x1 минус x2 плюс x2 получается 0 и равняется 8. Найдем x1. x1 равно 4. Подставим x1 в сумму. Получается 4 плюс x2 равно 5. x2 равняется 1. Мы знаем корни уравнения x1,
и x2, нам необходимо найти их произведение. x1 умножить на x2 равно 4 умножить на 1 и равно 4. Ответ. Произведение равно 4. И рассмотрим следующий пример. Отношение корней уравнения x в квадрате минус bx плюс 15 равно 0 равно 0,6. И необходимо найти b. Нам известно отношение корней, которое равняется 0,6. Отношение – это деление, то есть x первое разделить на x второе равняется 0,6. Выразим отсюда x первое. X первое равняется 0,6 умножить на x второе. В нашем уравнении коэффициенты равны. А равняется 1, b равно минус b и c равно 15. Коэффициент а равняется 1, значит уравнение приведенное и можно использовать теорему Виета. Рассмотрим теорему Виета. X первое плюс x второе равняется минус p, x первое умножить на x второе равняется q. Подставим наше значение. Сумма корней x первого и x второго равняется минус p. В нашем случае это будет просто b. X первое умножить на x второе равняется 15. Теперь в нашу систему теорема Виета подставим значение вместо x первого выражение 0,6 умножить на x второе. И подставляем наше выражение вот сюда и вот сюда. И получаем 0,6x второе плюс x второе равняется b. 0,6x второе умножить на x второе равняется 15. И подставляем наше выражение вот сюда и вот сюда. И получаем 0,6x второе плюс x второе равняется b. 0,6x второе умножить на x второе равняется 15. Отсюда получаем 1,6x второе равняется b и 0,6x второе в квадрате равно 15. Решим вот это уравнение, отсюда мы можем найти x второе. Получается, что x второе в квадрате равняется 15 разделить на 0,6. Х второе в квадрате равно 25. И получается, что будет первый корень х второе 5, и второй корень х второе равняется минус 5. То есть два случая х первое и х второе. Теперь подставим 5 и минус 5 вместо х в квадрате и найдем отсюда b. Получается 1,6 умножить на 5 равняется b. И 1,6 умноженное на минус 5 равняется b. И получаем, что 8 равняется b и минус 8 равняется b. Задание нужно было найти b. Мы нашли b. У нас получилось два варианта. 8 и минус 8. Ответ. B может равняться 8, и B может равняться минус 8. До свидания, дорогие ребята.